it a big fat. Погоди! Кто ты такой? А тебя это ебать не должно. Большие города. Володя, Володенька, мы же тоже умеем бегать, Володя. Ё-моё, у нас хороший, блядь, мы даже лица вашего не покажем. Да, Володя, ё-моё, Володя. Будешь яблоко, а гречку сварить? Тоха ебашит уже дрова, там кто... А в реальном времени наши бедолаги ускользнули в подземный переход, где егерь пытался переключить коробку в Маугли, но у него ничего не получалось. Давай, да, быстрее! Ты, блядь, что, не видишь, что я, блядь, пытаюсь, нахуй! Тебе бы лучше уже начать меня успокаивать, маленький ты кусок дерьма. Улиц в моей голове, рев в моей душе. Погнали. Мы знакомы? Я знал вашу мать много лет назад. А еще я твою маму в жопу ебал. Просто к сведению. Не переживай, потом Йорда угостит тебе морковкой намного вкуснее, чем это. Да! И это все? Другого у меня нет. Двое из ларца одинаково с лица. Что не прикажешь, все за тебя сделаю. Все, все! Птица воет, вот у нее два крыла, вот это. Один страх, одно крыло, а другая надежда. Так не улетишь никуда? Не, наоборот, это баланс. Одно вверх, другое вниз. Не, почему? У тебя же два крыла. Ну. И ты летишь. Ну, одно-то вверх, второе вниз. Что одно? Страх-то тебя вниз тянет, надежда наверх. Кто тебе сказал? Санте. Тума. Мэри. Кому се обре это? Мужчина, заходите к нам в барбершоп. Я что, по-моему, пидорас? Ты сказал, что ты шаришь в этой теме, ты, бля. Привыкни к аппарату, нормально. Нормально, кстати. Не топи ты! Ты чё, хуй? Кто там на кухне? Там банк. Эй, кто там на кухне голодный такой? Кто там на кухне? Там банк. Собираюсь стать королем пиратов. Я стану королем магов. Not bad. Not you. Королем Аськи. Скажи, пожалуйста, каким телефончиком пользуешься? Айфоном или андроидом? Нет, андроидом. Правильно. А вы знаете, что андроиды по ночам съедают мозг? А я мозг... положил на грудь один раз андроида. У меня реально потом тахикардия. Extreme Masters, and it's time for the grand final of the Intel Challenge Katowice 2017. Блять, Ирина, ёб твою мать, что за... Народ, от инсайдеров поступили крайне грустные и печальные новости. Наше любимое аниме Боруто в ближайшие пару лет, возможно, не вернется на экраны. Не может быть. Хочу, чтобы ты угостился еще кое-чем. Еще и сладенькое есть. Это мне! Это мне! Come on.
вас есть маленький ребенок, который ползает на четвереньках? Если да, то сделайте его полезным. Купите ему костюм-швабру. Благодаря этому гениальнейшему изобретению ваши полы всегда будут сверкать чистотой. Туго входит. Ты девственница? Ну, сынок, может, надо было снять штаны? Ну, мам! Широкую на широкую делайте, Андрей! Сел я вчера порисовать очередного дракона, нарисовал, придумал нового дракона, он с такими кашкообразными лапами, вот. И этот дракон, он изрыгает пламя, именно изрыгает, вот так вот делает. Алло, здравствуйте, а я могу услышать Виталия Александровича? Это кто на? А это из полиции вас беспокоит. Пошел. Ты дурак, что ли, эй? Чтобы сделать хороший эти сериал, мало ткнуть в лицо сексапильными девочками и на этом закончить. То, что ты любишь анимешные сисечки, не значит, что ты лишен утонченности. Может, я и дегенерат? Но я дегенерат со стандартами. Может ли быть, что ты демон? Не хочешь вранья? Не спрашивай. Ребята, мы пришли в агропарк. Это все не очень. Они какие-то странные. Все время уплывают. Да, для рыбы это нормально. А ну, уебаны, блядь. Давайте сюда, блядь. Второй. Этот повелитель дорог создан для гоночной трассы. На протяжении 20 лет третья серия посвящает себя автоспорту. Такой контент. Пошел нахуй, пидор ёбаный! Так, почему ты не носишь ничего там? Ёбушки-воробушки. Как дела? Отлично, как у тебя? Отлично, не познакомились. Соли. Алихан, знаешь, так на китайском будет «убери руку». Нет. Пошел нахуй. За сколько вы готовы побриться на лысо? За нисколько, я не долбаю. Ну, а если вам предложат там миллион? Миллион? Бля, вообще похуй, побримся. Ну да, переобулся, с кем не бывает. Там был только Бэтмен и медведи. Я взял медведя. Майонез! Вау! Майонез? Не арбуз, кукуруза или курочка KFC? Ладно, майонез так майонез. Я сцежу тебе своего майонеза. Мой новый рекорд.
Почему это мог составить? Потому что я все съела. Кишка ебаная. Жрет, срет и спит. Больше нихуя не делает. Малышка, малышка, спит. Спит малышка. Порвала кукольку, порвала. Местная задротка по прозвищу Ханжа, которая была просто наглухо помешана на всяких там научных исследованиях. Вы знаете, что смешав сперму с апельсиновым соком, то вы будете как еблан. Нет, я не знал. А это правда? Правда. Вот теперь докажите мне, что это он вас брил, а вы не вы по пьяни брились. Хотелось бы верить, но верится с трудом. Передай от меня это послание своему хозяину. Крой черный мечник пришел, так и скажу. Ну а на сегодня у меня все. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, остальные соцсети в описании. Ну и спасибо за просмотр.